В Богучанском районе накануне вечером произошла авария с пассажирским автобусом. На 222-м километре автодороги Богучаны-Абанканск он столкнулся с грузовым автомобилем. По данным полиции, водитель микроавтобуса въехал в КамАЗ, который двигался в попутном направлении. В момент аварии в салоне находилось 12 пассажиров. Четверых из них, а также водителя, госпитализировали в районную больницу с травмами средней степени тяжести. Остальных на месте осмотрели специалисты скорой помощи. По данным ГИБДД, все пострадавшие – взрослые. Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Сейчас сотрудники полиции ищут его и устанавливают все обстоятельства аварии. Сегодня днем в 12 километрах от места дорожно-транспортного происшествия было найдено транспортное средство КамАЗ, который был участником ДТП. По госномеру автомобиля удалось выявить владельца и затем лицо, которое управляло транспортным средством. Он оказался мужчина 88 года рождения, который не имел права управления, так как никогда не проходил обучение в автошколе и не получал водительское удостоверение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу с данным гражданином, Между тем, в больницу доставлено 9 пострадавших в ДТП. Трое из них осмотрено амбулаторно. 6 человек остаются на лечении. Один человек в данный момент находится в реанимации с тяжелой травмой лица. Двое больных, вернее, с тупыми травмами живота. Сейчас разбираемся, скорее всего, будем оперировать. Но остальные так, ближе к удовлетворительному. Ушибы, черепно-мозговые травмы. Состояние шока есть у них? Нет, ни у кого состояния шока нет. Колено придавило, порвал связки. А сам момент тут вообще вот этой аварии помните? Нет, я как бы дремал. Потом очнулся после резкого торможения и удара. Автобуса, микроавтобуса этого. И все, потом в скорую. Я как бы сразу, у меня в автобусе, думаю, сразу как бы провал памяти, что ли, откуда я еду, куда, что, откуда садился в автобус в этот, ну, что-то было такое. Но потом как бы это, пришло все в норму. Понятно, сильно испугались? Да, как бы не успел.